Значит, дробью и пылью наш отличит только не его обещало. Следующий экземпляр за рулем в год. 36 купе. Следующий конкурсант это Александр. Это 3-9. Кто не знает, у кого 3-6, поднимите руки, вы знаете Санду Баргай? Вот Саша, он, короче, ну реально он, не знаю, вот до Саши, Саша, остановись. Вот реально до Саши мы как-то к купе относились, как, согласитесь, как к проектам, да? Саша пришел в тему, он как-то начал внедрять 15 стиль, да? 15 стиль, это ты у меня скопировал, что у меня в рабочего 36 на 15 стиль. Хорошо, портовый салон, наверное, тоже немало so guys, человек, но справа today I'm at event. All the way, all the BMWs are shown. Some of them are really old, and today is really hot. But I got a lot of material for you to watch, guys. A lot of super cool cars, new ones, old ones. Yeah, I really enjoyed it, and I hope I will have time to make to be a passenger for a drift car today. So yeah. Мотоциклизм старый, пикабелы. Хочу сказать так, модульки на месте, зеркала на месте. У чувака они недорогие, но салон перешитый. Хозяин мне еще на прошлом сессии обещал переварить пороги, но тазик реально дорогой. Вот он не переварил пороги, он купил все новое дерево. Это дороже порогов, ребята. Это тоже совсем проходит. Теперь. Вот теперь проходит реально столько